Депутат Госсобрания Курултая Николай Самойленко за этот год принял обращение от нескольких десятков нефтекамцев. Каждый приезд депутат старается освещать максимально для того, чтобы больше горожан могли поделиться наболевшими проблемами. Хотелось бы, чтобы люди чаще приходили и чаще требовали соблюдения своих законных интересов и прав. Потому что для этого и нужны депутаты, чтобы отстаивать права граждан. Если мы взаимодействуем с людьми, если мы взаимодействуем с администрацией для того, чтобы решать проблемы граждан, значит, я считаю, что мы свою работу делаем хорошо. Многие вопросы горожан касались жилищной сферы, а также капитального ремонта, строительства детской площадки в третьем микрорайоне и предоставления коммунальных услуг. Флюра Набиевна не впервые обращается к депутату. Женщина обеспокоена повышением тарифов и за объяснением решила обратиться к народному избраннику. Когда он выбирался в депутаты, баллотировался в депутаты, собирал жителей нашего дома, и мы к нему обратились тогда с некоторыми вопросами, и эти вопросы были решены. И поэтому я решила, что, будучи депутатом, он решит и этот вопрос. На этот раз на прием предварительно записалось 8 горожан, но на встречу пришло больше. Несмотря на частые приемы граждан, количество проблем не уменьшается. Но каждый из вопросов стараются держать под контролем. Многие вопросы решаем прямо по ходу, оказываем информационную, конституционную поддержку. Иногда приходится писать обращения вместе с гражданами, отправлять в министерство, ведомство, в администрацию, ждать ответы, прислать потом гражданам для того, чтобы они понимали, в каком направлении им дальше двигаться. Напомним, что подобные приемы граждан проводятся каждый месяц. Если вы хотите обратиться к депутату, то очередную дату приема можно уточнить в приемной партии «Единая Россия» по адресу Нефтяников, 22, или по телефону 424-67. Анастасия Кай, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».